К 250-летию Стерлитамака филиал Почты России выпустил юбилейную почтовую карточку. На ее лицевой стороне изображен герб и памятник архитектуры – здание земской управы 1914 года постройки. Тираж в 5000 экземпляров пока находится в издательском центре. В продаже карточки появятся только в новом году во всех почтовых отделениях и газетных киосках Стерлитамака. Уникальность данной карточки состоит в том, что она первая с изображением нашего города. Цена данной карточки 24 рубля, и праздничное гашение данной карточки будет происходить летом на юбилей города. Кстати, на отправляемых конвертах горожане бесплатно смогут зафиксировать юбилейную дату с помощью специального штемпеля. Он находится в 100-м отделении Почты России, здание Стерлитамакского почтамта на Коммунистической, 30.